6 регионах России зафиксированы случаи смерти после употребления суррогатного алкоголя. Сейчас на лечении в Красноярской больнице находится 27 пострадавших, 10 из них в реанимации. Только в Красноярском крае число отравившихся метиловым спиртом уже перевалило за 40. 9 человек погибли. К вечеру все, ей стало очень плохо. Она лежит и говорит, я умираю. Все они пили брендовые виски, купленные через интернет. Это 100% контрафакт. В Чувашии, Оренбургской, Московской, Курской областях и в Красноярском крае жертвами левого алкоголя стали 14 человек. Контрафактное спиртное шагает по стране. Как обезопасить себя и своих близких от фальсификата, чтобы новогодние праздники не обернулись трагедией? Как отличить качественный алкоголь от метилового суррогата? И в конце концов, как остановить тех, кто разливает смерть по бутылкам? Об этом предельно честно и трезво сегодня в Первой студии. Ну, наверное, еще раз повторю, что в Красноярске 51 человек пострадал, а 12 погибло после употребления такого, казалось бы, элитного напитка, как виски с этикеткой Jack Daniel's. Получается, что паленый алкоголь не признает ни социального статуса, ни уровня доходов, и погибнуть может каждый. По статистике, более 60% бытовых отравлений с летальным исходом – это отравление алкоголем. Ежегодно более 30 тысяч россиян погибают от фальсифицированного спиртного. И опять подчеркну, повторюсь, не стоит думать, что проблема отравления левым алкоголем, фальсификатом – это беда пьяниц, забулдык, бомжей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Это проблема каждого из нас. Мы все ходим по острию ножа, точнее, по горлышку бутылки. Добрый вечер, гости и зрители Первой студии. Получается, что статусность напитка – это не гарантия качества, не гарантия безопасности? Как вы видите, как вы думаете вообще, в чем корни красноярской трагедии? И почему опять так случается? В жизни, вот пока гром не грянет, в данном случае история в Красноярске, трагическая история, государство, власть, мы все, общество, не перекрестимся. Вы знаете, эта проблема, она всегда была у нас на Руси, особенно последние 20-25 лет. Вспомните 90-е годы. Вот, и, к сожалению, эта проблема не решена. Я не понимаю, почему до сих пор. У меня вопрос. Потому что очень много силовых структур, МВД, прокуратура контролирующая, то есть там ФСБ занимается, вот, Роспотребнадзор, или не могут договориться. Мне вот этот вопрос непонятен. Но эта проблема идет. То есть зайдите в магазины, то есть, в принципе, дешевые качественные спиртные напитки. Ну, я назову так, три топора, как их называют, четыре топора, то есть, в принципе, три семерки, четыре семерки. То есть это голая химия. Вот, идет фанфурики, вот эти вот, которые, в принципе, перчики, боярышники, как лосьоны для рук. Они очень дешевые. Вот, идут различные технические спирты, просто спирты. Причем по Пензе, я могу сказать, по Пензенской области у нас рекой льется технический спирт. Я просто с пациентами общаюсь. Ну, вот был неделю назад в Кузнец, вернее, в прошлое воскресенье. Стоимость водки левой, то есть это спирт разведенный, где-то порядка 75 рублей бутылка. Свободно. Вот. На мой взгляд, вот, это покупают с рук. Все, с рук. Я не в магазинах. Вот, естественно. Вот. Вопрос у меня вот как? На мой взгляд, это все-таки проблема, наверное, не людей, а властей ограничить. Поскольку, наверное, должно быть межведомственное взаимодействие. То есть, в конце концов, все силовые ведомства должны собраться и решить, как решить этот вопрос. Ну, то есть, кулак. Да, не да, пальцы, да, а да. Кулак. Вот. На мой взгляд, вот сегодня звучали такие, вот я смотрел там, ну, по телевидению, нужно менять законодательство. То есть, в принципе, на мой взгляд, вот за распространение контрафакта и некачественного спиртного напитка нужно давать статьи, как за распространение наркотиков. Вот если вот это будет, тогда побояться. Если этого не будет, это сверхприбыли, бешеные деньги. Да, компетентные службы, хочу сказать, делают свое дело. Есть громкие дела, где находят тех, кто реализует контрафакт. Да, находят тех, кто производит его. Но на сегодняшний день ищут в большинстве случаев там, где светло. Нужно искать там, где темно. Не рейды по магазинам, имеющие лицензию, а там, где идет действительно продажа нелегального алкоголя. Это либо, не знаю, ну, таксисты привозят, либо в интернете. Ну, Дегтярь рассказал про Кузнецк. Да, там водка льется рекой. 75 рублей.
Проблема экономического плана, но дешево, да и проблема культурного плана. Количество изъятого алкоголя в этом году примерно такое же, как в прошлом году, если правоохранительными органами, чтобы была цифра понятна, около 200 тысяч литров алкогольной продукции, нелегальной, изъяли в этом году сотрудники управления. Значит, в прошлом году чуть больше, но опять-таки на 17% в этом году меньше изъяли, чем в прошлом. Мы считаем это благодаря тому, что в конце как раз прошлого года пресекли деятельность одного из крупных оптовиков, которые завозят на территорию Пензенской области алкогольную продукцию. Вот. В настоящее время, кстати, вот то, что вы говорили по ужесточению санкций, то есть в этом году три у нас, в общем-то, человека получили реальные, так сказать, наказание в виде лишения свободы как раз за реализацию вот этого вот фальсификата. Поэтому на полках, значит, правильно вот как сказали, то есть в основном этот фальсификат, как вот и в Кузнецке, реализуется из рук в руки. Так называемый гаражный алкоголь. Хотя в то же время, значит, в маленьких магазинах, в сетях, ну, мы ни разу, в общем-то, не изымали такую продукцию. А в небольших магазинах, конечно, бывает. Да, действительно, мы очень широкую борьбу проводили и работу в этом направлении в 2013-2014 году. Действительно, у нас на полках и в магазинах имелся фальсифицированный алкоголь. В большинстве своем водка дешевая, по самым низким ценам. И действительно, там присутствовали поддельные акцизные марки, и достаточно много фактов было выявлено. Что касается прошлого года, я вот пример приведу. 12 фактов было выявлено, 12 лицензий было приостановлено, направлено в арбитражный суд Пензенской области для аннулирования лицензии. Значит, но аннулирование как такового не произошло, поскольку данную алкогольную продукцию они приобретали у оптовика, который имеет лицензию, со всеми сопроводительными документами. То есть они являлись добросовестными приобретателями данной продукции. Но благодаря вот этой работе оптовик как бы этот перестал существовать, то есть перестал осуществлять деятельность на территории Пензенской области, и потихоньку мы алкогольную продукцию, эту левую, из розницы выдавили. То есть я могу сказать, что 100% случаев, что сейчас, зайдя в любой магазин, где есть лицензия, вы не найдете там фальсифицированного алкоголя. Почему? Потому что два раза в неделю мы проводим совместно, значит, с общественностью, союзом дистрибьюторов-производителей, выходы, мониторинг проводим и проверяем всю алкогольную продукцию соответствующими приборами. А знаете, как в народе говорят? Работаете, двигаете, а знаете, вот в народе просто стоишь в компании, разговариваешь, да как вот, ну что, все равно ты не найдешь нормально. Ну 90% того, что продается в магазине, все равно же фальсификат. Нет, это лукавят все, потому что это как бы обывательский какой-то сленг непонятный. Но на самом деле, вот мы проверяем, смотрим, и действительно все марки, которые сейчас наклеены на алкогольную продукцию, они 100%, то есть произведены на госзнаке. Ну, на самом деле, правильно предыдущий оратор сказал, что 13 и 14 год были пиковыми для выявления и пресечения незаконного оборота алкоголя. 15 год ознаменован завершением продаж остатков, которые были приобретены в 14 году. И если сказать цифры, то 13 год, последний квартал, 40 нарушений, 14 год, 112 нарушений, 15 год, вот за 11 месяцев, 42 нарушения, именно по фальсификату. Мы видим, что цифры снизились. Это магазинные, магазины, капешные истории. Розничные торговли. Видно, что наша работа не прошла впустую. Да, розничный магазин прочувствовали на себе, на своей шкуре, заплатив штрафы, походив по инстанциям УВД, РОВД, на кого-то уголовные дела заводились, на кого-то административные. Поэтому сейчас уже научен горьким опытом, приобретены детекторы определения подлинности акцизных марок. И сейчас в розничной торговле все как будто нормализовалось. Как будто, не послышалось? Ну, вы знаете, очень редко можно, только остаточки у кого-то, если остались. А так, в основном, вся водка уже идет легальная. Если человек подозревает или, не дай бог, отравился чем-то и знает, что он может сделать? Он может открыть наш сайт, на котором есть раздел «Осторожно, подделка». Еще раз адрес сайта назовите. www.sprid.ru. И вот на этом сайте есть раздел «Осторожно, подделка», где каждый потребитель может увидеть все наименования изделий, которые контрафактны, и с указанием недостатков вот в этой акцизной федеральной специальной марке. Обратиться может к вам? Могут. У нас есть раздел типа «Книги жалоб». Есть раздел, куда каждый
проживающий в городе Пензе, имеющий и не имеющий отношений, может написать заявление о том, что рядом с ним торгуют без лицензии, что рядом с ним из гаража реализуют нелегальный алкоголь, что рядом с ними то-то, то-то. На все эти случаи, звонки и написанные жалобы мы реагируем. Вот смотрите, простая мысль, да? Ну, слава богу, совместной борьбой снижается количество фальсификата в легальных точках продажи алкогольных напитков. Но вот с этим пресловутым интернетом вообще, с интернет-торговлей, с дистанционной торговлей алкоголем что-то можно делать вообще? Мы говорим, и много муссируется этот вопрос, что запретить эту торговлю. Она запрещена в Российской Федерации с 2007 года. Постановление правительства Российской Федерации. То есть у нас дистанционная торговля алкоголем и другими подакцизными товарами запрещена. Сейчас речь идет о том, чтобы без разрешения суда блокировать эти сайты. Потому ну, что там, бывает, там же можно хитрость всякие. Водка, взаймы. Да. То есть у нас... Кредит. Купи зажигалку. Да. Да, получи подарок. То есть у нас получается она заувалированная такая, латентная. Поэтому у нас продажа запрещена. А в Пензе у нас... есть такие сайты, не называй их? Ну, сайтов нет. Нет? В Пензе у нас таких сайтов нет. Мы мониторили, смотрели, достаточно давно как бы их нет. То есть у нас как смотрели последний раз, наверное, я в 2007 году и видел такой сайт с доставкой алкоголя. Но в настоящее время его нет. А вообще есть ли какая-то статистика бытовых отравлений у нас в регионе? Вот поступает человек вам в больницу, он признается, что отравился левым алкоголем. Работаю в отделении с 1983 года. Ежегодно к нам поступают больные с острым отравлением алкоголем. Все больные принимают большую дозу спиртных напитков. Никто из них не говорил, что это контрафактный алкоголь, суррогатный алкоголь. Все алкоголь они покупают, с их слов, в магазинах. Вот. И в крови у всех больных мы делаем анализы для того, чтобы поставить диагноз. Токсиколог имеет право поставить диагноз отравления алкоголем только при наличии в крови токсической дозы спирта, в частности, этилового. У всех больных с отравлением обнаруживается токсическая доза этилового спирта. Других спиртов практически мы... То есть метилового? Нет. Метиловый спирт, отравление тоже встречается ежегодно в Пензе. Вот за последний год к нам поступило где-то 4 человека с отравлением метиловым спиртом. В прошлом году таких было больше. За последние вот 5 лет к нам поступило около 40 больных с отравлением метиловым спиртом. Мы уже термин придумали для таких. Гаражные выпивохи такие. Нет, не гаражные. Со слов больных было выяснено, что все они до того, как принять вот этот метиловый спирт, длительно употребляли алкогольные напитки. И с целью опохмеления уже, когда все горит и пить все равно что, употребляли чаще всего это стеклоомыватели. Это голубоватые вот эти стеклоомыватели, которые содержат очень много метилового спирта, метанола. Опасность, коварность метанола заключается в том, что по вкусу, по запаху он очень похож на этиловый алкоголь. И человек, когда пьет, он не может по вкусовым признакам отличить, метанол это или этанол. После приема алкоголя наступает алкогольное опьянение, такое же, как при приеме этилового алкоголя. Потом какое-то время человек чувствует себя в состоянии алкогольного опьянения, чувствует так же, как при приеме этилового спирта. Но коварность метанола в том, что для него характерен так называемый летальный синтез в организме. Под действием ферментов печени метиловый алкоголь разлагается на очень токсичные продукты распада, которые в 33 раза токсичнее, чем сам метанол. И именно вот эти продукты распада, накопившись в организме, оказывают уже токсическое действие на организм. Появляется тошнота, рвота, судорожный синдром, человек теряет сознание, кома. Еще опасность в том, что родственники, когда не сразу обращаются за медицинской помощью таких больных. Пил человек, выпил, похмелился, уснул. Спит, и они очень рады, что он спит, не достает их. А когда уже видят, что человек плохо дышит, посинел, тогда начинается вызов скорой помощи. Иногда это проходит сутки, двое суток. И доставляет обычных таких больных в критическом состоянии. Есть алкоголь, который продается в магазине, есть алкоголь, который продается в аптеке, и есть алкоголь, который продается... Подержите, пожалуйста, в магазинах, да. Илья Львович, микрофончик подержите.
Да, продаются в парфюмерных магазинах. Вот в частности в магазине Буратино в парфюмерной отделе стоит лосьон хлебный, лосьон боярышник, состав которого входит исключительно пищевой 70% спирт. Стоит это вот спиртовой напиток всего 26 рублей. Еще такие есть виды. Лосьон перчиковый. Тоже предлагают нанести на производителя на ватный тампончик и протирать лицо. Но мы же не будем лукавить. Мы прекрасно понимаем, для чего все это продается в аптечных сетях. Я считаю... Акцизы. Акцизов нет на это, да. И квот никаких не нужно на производство таких спиртных напитков. С этим бороться мы как-то будем вообще? Как раз это вопрос, как поручение высказано руководителям федеральных ведомств для того, чтобы внести изменения по поводу регулирования оборота именно вот таких вот настоек различных, которые для парфюмерно-косметических нужд, для медицинских нужд. Это все высказано, и там уже будет разрабатываться проект закона в 2016 году. Действительно, эта проблема очень серьезная, и давно уже она нас беспокоит. То есть раньше в аптеках в основном продавали, сейчас перешло немножко в другое. Но знаете, о чем вот я слушаю вот это все и наталкивает на мысль? Вот написано на любом лосьоне, что это для наружного применения, да? Виски за 300 рублей. Это тоже как бы скептично как-то выглядит, да? То есть мы говорим немножко с той стороны, что мы, как власть, должны ограничить все это, запретить, наказать и так далее. Но есть потребитель, который верит в какие-то сказки непонятные, понимаете? То есть если... Тут не сказка, тут быль. Тут быль, да. То есть получается, что человек... приобретая за 300 рублей Джек Дэниелс, напиток с этикеткой Джек Дэниелс, надеется, что выпить в результате. То есть это однозначно, что есть объявление приобретения, допустим, Toyota Camry за 50 тысяч рублей новый, да? Смешно. Так может быть нам... То есть вы к разуму взываете алкоголиков, да, то нет, да. Против их граждан. Нужно не к разуму, надо какое-то проводить мероприятие определенное к тому, что... Это нельзя делать. Смотрите, государство в очередной раз ужесточает правила к продавцам алкогольной продукции. Жестче действует по отношению к тем, кто продает легальный алкоголь, так назовем его. Посмотрим сюжет. Это портативный комплекс, который проверяет подлинность акцизной марки. С таким агрегатом специалисты Союза производителей и дистрибьюторов отправляются в рейды по точкам продажи алкогольной продукции. Если показания прибора позволяют хоть на йоту усомниться в подлинности защитного знака, спиртное отправляют на более детальное изучение. Прежде чем продукция компании «Дионис» поступает на полки розничных магазинов, мы проводим тщательные исследования каждой партии товара. Мы берем образец и помещаем его под микроскоп с 40-кратным увеличением. Дальше мы исследуем наличие всех необходимых защитных признаков специального комплекса. Если продукция не вызывает сомнений в своей подлинности, она возвращается на склад для дальнейшей маркировки фирменным знаком Диониса и продолжает свой путь на полки пензенских магазинов. За 11 месяцев 2015 года специалисты Союза производителей и дистрибьюторов выявили в магазинах Пензенской области 132 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. 42 случая были связаны как раз с продажей контрафакта. В основном подделывают крепкие алкогольные напитки, потому что стоимость акцизной марки на них составляет 100 рублей. Если на шампанское марка стоит 17 рублей, на вино 14 рублей, то 100 рублей – это весомая сумма. Как не ошибиться и не нарваться на контрафакт? Специалисты Союза дают только один совет. Если уж вы решили приобрести горячительные напитки, покупать их нужно в проверенных магазинах, которые тщательно следят за качеством продукции и делают все, чтобы опасный фальсификат не попал на их прилавки. Смотрите, акцизы на алкоголь то дорожают, потом чуть-чуть дешевеют, то опять поднимаются. Я вот честно признаюсь, я вот на настоящий момент времени даже не представляю, какова должна быть минимальная цена на водку. Ниже какого предела водка не должна продаваться? Да. У нас как бы законодательством определенные есть постановления, которые определяют цену водки минимально. То есть на данный момент она стоит 185 рублей. Ниже водка продаваться не должна. То есть если за 184 или за 180 рублей он продает, то это уже звонок, что это все. Да.
Потому что, если даже экономическую составляющую посмотреть, да, как уже было сказано, 100 рублей акциз, то есть 40 рублей идет в бюджет Пензенской области, 60 рублей идет в бюджет федеральный, затем НДС 27 рублей, плюс издержки производителя, оптовое звено, и получается такая цена. То есть даже многие производители не могут позволить себе вот такую низкую стоимость. Значит, я хочу сказать о том, что мы знаем, как преодолеть те проблемы, которые сейчас мы видим в Красноярске. Это покупка продукции напрямую у официального продавца. Что это значит? Это значит следующее. Наш принцип, принцип нашей компании – это работа напрямую с производителем. Я специально в эту студию взял договор с компанией «Браунформ». Могу его оставить, продемонстрировать. И это значит о том, что наш клиент в Пензе может купить качественный продукт по хорошей цене. Не скрою, к нам поступает очень много предложений от посредников, как мы их называем, то есть некоторые фирмы, которые предлагают различные товары, возможно, даже и тот же самый Джек Дэниелс, по, скажем так, интересным ценам. Но, следуя нашим... А интересная цена, ну просто, ради, вот, ну, действительно. Ну, такой цены, естественно, мы еще не видели в 300 рублей, такого не бывает вообще в природе. Вот. Но те цены, которые как бы озвучены этими фирмами-посредниками, они для нас также не имеют, скажем так, интереса, потому что наш принцип – это принцип работы напрямую с производителем. То есть именно при этом мы можем гарантировать нашему покупателю и качество, и цену. Теперь, что касается собственных торговых марок. Наша компания сейчас активно этим занялась. У нас порядка 100 позиций собственных торговых марок. То есть здесь и французские вина, итальянские, испанские, российские вина. Это шотландские виски, это армянский коньяк. Что это означает для покупателя? Это означает следующее, что наши сотрудники контролируют полный процесс производства продукции. То есть это начиная от сборки урожая и заканчивая розливом в бутылку. Даже дороже должно стоить. Нет. Мы исключаем полностью все цепочки посредников. Непосредственно наш специалист из Пензы выезжает на производство в Италию, Францию, Болгарию, наблюдает за производственным процессом, за сборкой урожая, винификацией и розливом в бутылку. И мы возим через, скажем так, таможенного брокера, сами лично возим продукцию сюда, в Пензу. То есть наши клиенты могут увидеть нашу собственную торговую марку следующим образом. Это на контр-этикетке, на наших СТМах виден знак, наш фирменный знак, которым мы маркируем нашу продукцию. То есть это знак, скажем так, дополнительной гарантии качества. Если нужно, я могу оставить эту позицию вам. Я думаю, что, конечно же, нужно. Поаплодируйте все даже. Большая просьба ее продегустировать и оставить отзывы. Послушал, опять-таки, и понимаю, что все упирается в экономику, в культуру. В экономику, в культуру. В экономику, в культуру. Про культуру. Культура питья – это вот не про Россию. Да? Поставьте нам диагноз. Меня лично, как гражданина, пугает такая вещь. Виски за 300 рублей, понятное дело, для идиотов. То есть это кто-то, так сказать, не понял. Но виски в Самаре стоили 2500 рублей бутылка. И ночью покупался интернет-магазин по цене 2500. И это покупали респектабельные люди, и отравились респектабельные люди. То есть вот это меня лично пугает. Меня не пугает, например, боярышник, да, то есть, понятно, это категория наших больных, определенной стажем алкоголизации и прочим. А то есть, когда мне предлагают какой-то продукт за вменяемую для меня цену, а он оказывается отравой, это другая вещь. В 40-х годах, когда была Вторая мировая война, да, в секретный документ рассекретили Гитлера, где было написано: для России табак и водка погибнут сами. Это продолжается и сейчас, понимаете? Суть заключается в том, что наш народ действительно не умеет оценивать собственную силу здоровья, чтобы понять, что праздник можно-то встретить как-то, наверное, и без алкоголя. Меня достали вопросом одним. То есть, как выходить после запоя новогоднего? Как выходить после запоя первомайского? Как выходить? Ну и так далее. Да? Ну, вот единственный ответ на это все, чтобы оттуда не выходить, ну, туда не надо входить. Понимаете, если туда не зайдешь, то оттуда и не выйдешь. Есть такой очень ехидный момент.
Наркологи убеждают, что культура питья вообще вот в России не про нас. Суть вашей профессии вообще, про что она? Зачем она в нашей стране? Я могу сказать по собственному опыту, то есть да, я тоже проходил со временем через разные стадии знакомства с напитками. Одно могу сказать, в чем я сейчас убедился, в том, что касается культуры питья, что напитки алкогольные нужно приравнять просто-напросто, действительно, для этого нужна сильная культура и сильная, скажем так, воля. Нужно просто их приравнять к сопровождению трапезы. То есть всего-навсего, то есть любой напиток, к любому напитку можно подобрать вкусную еду и сопровождать, скажем там, вином или более крепким алкоголем какое-то блюдо. Это гораздо интереснее. То есть удовольствие, чтобы было не в опьянении, а в самом процессе. Конечно. И если вы, скажем, что-то кушаете и пьете вместе с этим вином, то имейте в виду, что это на самом деле именно сопровождение трапезы. Если вы закончили кушать, отодвиньте бокал тоже в сторону. Вот и все. То есть, принцип я понял. Если вы закончили кушать, отодвиньте бокал со спиртным напитком в сторону. Мне очень нравится профессия сомелье, правда. Я всегда с таким большим пиететом, то есть человек, который может разбираться в вине, для меня большой авторитет, если честно. Но есть три варианта алкоголизма. В 1953 году раскрывали. Альфа, бета, гамма. Вот сомелье, французы, итальянцы, испанцы, это альфа-алкоголизм. Люди выпивают для чего? Для радости. А за обедом фужер вина и побежали. Да? То есть у него и цель такая была. То есть запить амара и побежать. А бета, это уже пошли немцы, это уже пошли баварцы там, и так далее, австрийцы и прочее. Здесь уже к пиву, допустим, к такому среднему алкогольному добавляется уже чуть-чуть крепкого. Смысл в чем? На выходной выгулить внутреннего ребенка, потанцевать на барной стойке, поплясать, там, попускать салют и так далее. Мы, как всегда, гамма. Финны. То есть Г, прямо на нас, прямо на русских Г. Да, это финно-угры, это Финляндия, это Швеция, это Англия, это Россия в том числе. То есть мы не одни такие, прям, не то, что прям вот одна шестая часть суши, одни алкоголики. Неправда. Это есть и за границей, и в Европе тоже. Мы с англичан посмотрим, посмотрите, что с Англией происходит, тихий ужас. Но дело сейчас не в них. Суть гаммы вырубиться, выключить. То есть человек пьет для того, чтобы отрубиться. Вы спросите у любого респектабельного, нереспектабельного, бомжеватого. У них задача одна и та же. Они это называют изначально расслабиться. Но расслабление переходит в наркоз. То есть даже если ты приходишь в магазин, вот смотришь, собственно, торговую марку, там выбираешь, советуют, что вы... Да, тебе нужна цель одна, цель Цель одна, три взять на троих, или все-таки четыре, чтобы два раза не бегать. Вот. И поэтому... Ну, что лукавить-то? Ну, какая там поел и отодвинь? Ну, это же издевательство, плевок в лицо человеку. А мне интересно, а вот что чаще всего подделывают? Ну, то, что дешевле, или то, что называется, то, что подается комарам, элитный алкоголь? Вот что чаще всего подделывается? Ну, за три года нашей работы мы пришли к выводу, что все-таки чаще всего подделывают именно дешевую водку. И портвейн, как уже здесь говорилось. Вот именно вот эти вот напитки стоят на первом месте. Три топора подделывают? Да, причем очень часто мы сталкивались со случаями, когда нам попадались на полках магазинов поддельный портвейн. Напиток дешевый, это неудивительно. Напиток дешевый и пользуется спросом у определенных слоев населения. Входит в топ продаж. Я считаю, что наоборот, сейчас, и мы также с вами видим сейчас пример в Красноярске, подделывают именно элитный алкоголь. Вот сейчас у нас тоже человек заметил, да, что за 2500 купили виски, и эффект оказался очень печальный. То есть, наверное, да, там два года назад был такой период, когда было проще подделывать дешевый. Не было, наверное, тех технологий. Сейчас уже те, кто этим занимается вплотную, могут изготовить ту же самую бутылку, да, что и в Джек Дэниелсе, могут сделать аналогичную этикетку. И получается маржинальность, доходность данного продукта намного выше. Ну, откровенно говоря, да, это же все упирается. Поэтому сейчас текущая тенденция к тому, что подделывают именно дорогой алкоголь. И продают его по очень дешевым ценам, как мы это с вами увидели в Красноярске.
Это, ну, абсолютно, конечно, несоизмеримая цена для настоящей виски Джек Дэниелс. Я скажу так, как сказал вот классик марксизма-ленинизма, дай капиталисту прибыль 300%, и он продаст, раз мать родную продаст. В принципе, у нас сейчас это идет. Вот если, как Станислав тебе говорил, я вот слышу все, я говорю, правильно все, но неверно, я не верю. Вот я просто не верю, я врач, я просто вижу, что творится. Во-первых, давайте разделим. Первое, значит, это есть официальный алкоголь, который продается более-менее в магазинах. Более-менее контроль там существует, более-менее. Вот давайте разделим официальное спиртное и неофициальное. Сейчас кризис идет, сейчас пьют неофициальное спиртное, жидкости двойного назначения и все, что идет на техническом спирте. То есть, в принципе, у нас вот здесь контроля нет вообще. Я не услышал вот здесь вот контроля над этой стороной. Потом, опять же, культура питья. У нас же сколько страдает алкоголизм. Как только он выпил чуть-чуть, у него все виды контроля уходят. А дальше он пьет все, что горит. И вот как раз вот эти жидкости двойного назначения выходят на первый план. Вот в основном вся смертность идет от них. Вот. Это вот то, что я хотел сказать. И еще все-таки нам нужно очень глобально подойти к этой проблеме. Я уже давно говорю, ну давайте выведем в центральных магазинах отдельные виноводочные отделы и табачные, чтобы туда дети не заходили. Я просто, понимаете, вот был в магазине, допустим, вчера. Вот сейчас многие магазины, это тенденция, они стараются виноводочные отделы или на самом входе сделать, пройти невозможно, или на выходе. К кассам идешь и обязательно. Ну дети, ну подростки идут. Ну, нельзя этого делать. Нам нужно вводить порядок. А лучше делать специализированный магазин. А я о чем и говорю. Как это раньше было. Вот, кому надо, тот возьмет спиртное. Как уже сказали, установлены размеры предельные, минимальные, допустимые на алкоголь. И в случае, если есть факты, выявляются, значит, что продается дешевле этой нормы, может содержать в себе признаки недобросовестной конкуренции. Тоже можно нам такие материалы направлять для рассмотрения, в том числе и гражданам, и вот общественным организациям. То же самое касается контрафакта и подделок. Я просто хочу сказать, что у нас штрафы... Как? В соседнем гараже Петр Васильевич, ну, я не буду фамилию называть, он продает мне Джек Дэниелс всего лишь там по 384 рубля. Ну, вот направлять вам жалобу. Если это недобросовестная конкуренция. Нет, если продает, как говорится, как физическое лицо, то в данном случае это, наверное, уже уголовное дело. Да. А если вот организация продает алкогольную продукцию, то вместо 2000 штрафов у нас штрафы начинаются от 100 тысяч до 500. Поэтому как бы более ощутимо. Я только рублем, только рублем. Выпуск вообще и продажа левых спиртных напитков – это сверхприбыльный бизнес, с которым борются силовые структуры. Как происходит эта борьба? Подробности в нашем следующем сюжете. Сколько в день водки вы здесь производили? Вот 300-400. Вот так. 400 ящиков водки, да? В день вы здесь производили, да? Не просто подпольный цех, а настоящий теневой алкокомбинат с мощностями, которым позавидуют многие предприятия, работал в Макшанском районе. В октябре 2015-го полицейские изъяли здесь крупнейшую за уходящий год партию контрафактного алкоголя – 51 тысячу бутылок. Гости из Солнечной Азии трудолюбиво подделывали элитную продукцию – коньяк, текилу, ром и напитки попроще для непритязательных ценителей спиртного. Данные коробки находятся 20 бутылок с жидкостью прозрачного цвета, на которых имеется этикетка неровно приклеенная. Бизнес был поставлен на широкую ногу. Оперативники нашли огромное количество пустой тары, бутылок, коробок, пробок. Акцизные марки, предположительно, тоже поддельные. Но не так страшна левая упаковка, как ее содержимое. Запах присутствует какой? Характерный запах спирта. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 50 тысяч бутылок алкоголя различных наименований. Страшно представить, что могло случиться, попадя это все в магазины, а затем на столы к пензенцам. Оперативники выяснили, что организовал убийственный бизнес гражданин Грузии, который, ко всему прочему, находился на территории нашей страны незаконно. Обслуживал технологическую линию житель Нижнего Ломова. Оба задержаны. Предположительно, прибыль от продажи поддельного алкоголя могла бы составить около 8 миллионов рублей.
В 2015 году оперативники изъяли в Пензенской области около 200 тысяч литров контрафактного алкоголя, причем 85 тысяч из них чистого спирта. Возбуждено 128 уголовных дел, связанных с нарушением законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. В суд направлено 110 дел. Мало того, что реализуют, да, реализуют еще алкогольную продукцию не пензенского производства. Это большой риск, связанный с тем, что возможно, что это контрафактная продукция. И мы можем нарваться на те события, которые произошли в Красноярске, потерять людей и прославиться на всю Россию. Никаких пряников, только кнуты. Губернатор Иван Белозерцев видит один выход – лишать лицензии те торговые точки, которые реализуют контрафакт. Эта жесткая мера позволит остаться на рынке честным продавцам. А те, кто в погоне за прибылью предпочитают травить население, понесут заслуженное наказание. Нет, ну что хочу сказать. Противодействие незаконному обороту алкогольной продукции для управления внутренних дел, значит, одно из приоритетных. Здесь мы преследуем, естественно, несколько целей. Во-первых, защищаем жизнь и здоровье граждан. Во-вторых, защищаем права легальных производителей и реализаторов алкогольной продукции. Ну и в-третьих, защищаем экономические основы государства, потому что, как вы видели, ну и как много здесь говорили, 127 рублей с одной бутылки, если недополученные налоги, это и зарплаты бюджетникам, и дороги, и так далее. То есть это как раз то, чего нам сейчас не хватает во многом. То есть основные направления деятельности непосредственно по противодействию вот этому вот незаконному алкогольному бизнесу, это первое, ну, противодействие так называемым шинкарям. То есть на селе это особо распространено, то есть самогон, варенье и плюс смешивание как раз вот этого вот технического спирта с водой и реализация этой продукции, ну, на дому. Второе направление – это противодействие, как вот было видно, значит, если это было, если ранее было характерно ввоз незаконной алкогольной продукции на территорию области, ну, которая, в общем-то, по некоторым там признакам соответствует легальной продукции. Вот. Ну и вот, как было показано в предыдущем сюжете, это, естественно, борьба с производством, с нелегальным, что для нас представляет, ну, наибольший интерес. Ну вот как вот агенты, бдительные граждане, на шинкаре кто-то вам слово стучит, как вот мне не нравится. Нет, ну, по шинкарям, естественно, это очень серьезная работа участковых уполномоченных полиции, то есть они должны на своем участке владеть полностью ситуацией, естественно, этим занимаются они, которые получают информацию от бдительных граждан. Ну, а что касается оперативных, так сказать, сотрудников, вот в частности вот этот цех, это, естественно, кропотливая оперативная работа, то есть, как вы понимаете, там за одну минуту выявить, вот где находится у нас производство, вот, Дегтярь, достаточно сложно. С одной стороны говорит, ну, столько силовых ведомств, вообще нужно взять в кулак вообще и бороться единым фронтом. Но я думаю, что без общественности, без нашей помощи, без бдительных граждан, которые не стучат и не докладывают, а которые, ну, бьются за жизни, нам просто не справиться. Расскажите о своем проекте. Мы как бы называем это реализацией своего гражданского долга. Исполняя свой гражданский долг. То есть, когда мы выявляем место продажи алкоголя несовершеннолетним, место продажи контрафактной продукции, игорные заведения, мы исполняем свой гражданский долг. И я считаю, что так должен делать каждый гражданин Российской Федерации. Потому что от каждого из нас зависит на самом деле очень много. Каждый из нас может сделать на самом деле очень большое дело. А как это происходит? То есть получается это чуть ли не круглосуточный мониторинг интернет сетей, постоянное взаимодействие со структурами МВД, то есть это получается Следственный комитет, это ПДН, УБЭП постоянно. И что удалось сделать? Ну, каждый месяц проводим не менее 10 контрольных закупок именно по продаже алкоголя несовершеннолетним, плюс продолжаем находить места как бы игорных заведений. Сейчас именно накапливаем. Зарплата? Вот. Нет. Чисто террористическое начало. Все-таки опять вернусь к этому пресловутому про культуру питья, да, все-таки вот к этому. Ну, это нереально, да? Вот работаете вот в очаге, да, этой самой культуры. Непосредственно. Мы очень дорожим своими гостями, естественно, закупаем алкоголь у проверенных поставщиков. Здесь вот в студии был ролик, с Дианисом работаем. Но, к сожалению, люди все больше хотят прийти в ресторан и принести с собой.
Мы с этим поделать ничего не можем, но как бы стараемся, конечно, потому что у нас же все проверено, предлагаем качественный алкоголь. Но люди вот, хотят кстати, свои. Придется своим отравиться у вас, но... и вас же закроют, оштрафуют. Да, мы это как бы не идем на это. Конечно, не идем, нам это абсолютно не надо. Вот, но много гостей, которые хотят прийти со своим. Следует сказать, что все нарушения в сфере реализации алкогольной продукции я определила на две составляющие. Это реализация некачественной, но не опасной для жизни продукции, за что предусмотрена административная ответственность на юридических лиц. Она составляет по статье 14.43 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, если это будет повторно, и от 700 до миллиона рублей. И это как бы не, но это не вредит самому здоровью человека. И вторая составляющая – это реализация именно опасной для жизни человека, где предусмотрена как административная ответственность до миллиона рублей с конфискацией предмета, так и уголовная ответственность по статьям 236 и 238 Уголовного кодекса. Сколько? Ну, там от 3 лет и выше, в зависимости от того. Да. Но это еще не все. Значит, следует что сказать. Вот у нас в этом году за 10 месяцев этого года на территории нашей области зарегистрировано 238 смертельных случаев от отравления алкоголем. Как вы определили, что это отравление именно от алкоголя? Ну, это у нас данные областного бюро судмедэкспертизы. Это уже, так сказать, данные после вскрытия этих пострадавших. И кроме того, у нас имеется где-то 17 случаев смертельных, опять же, от отравления метиловым спиртом. В основном это за счет употребления спиртсодержащихся жидкостей. Я это все сказала только к тому, что те люди, которые продают вот этот разбавленный или там чем-то какими-то одушками. Да, и тут аплодисменты, конечно, требуют. Да, сволочь, люди, просто сволочь. Убийцы. Есть, да, люди, в общем-то, покушаются на убийство. И, наверное, в этом случае следует их рассматривать именно как людей, совершивших преступление, которые покушаются на убийство. Вот смотрите, перед корреспондентом для подготовки нашего следующего сюжета я поставил задачу идти в народ, пиндяка, и задать вопрос. Ну, праздники на носу. Вот как они на глазок каким-то своим проверенным дедовскими способами определяют левый алкоголь или правильно, легально, как мы сегодня уже научились говорить. Вывод морали сюжета. Я опережаю события. Пенза – город непьющих людей. Смотрим сюжет. С чем у вас ассоциируется Новый год? Это, конечно, наряженная елка, мандарины, глоток шампанского, подбой курантов. Впрочем, ни для кого не секрет, что в новогоднюю ночь люди предпочитают не только этот игристый напиток. Как правило, именно в праздники продажи спиртного резко возрастают. Причем не только легального, но и контрафакта. Как обезопасить себя и своих близких? Как отличить смертельную подделку от заводского оригинала? С этим вопросом наша съемочная группа отправилась в центр города. Полученные ответы нас, мягко говоря, удивили. А мы не пьем. Я, конечно, вам сказал бы, но, к сожалению, или к счастью, я не пью. Поэтому я даже как-то... Как отличить, я не в курсе. Не пью. Поэтому не знаю. Честно сказать, я 6-й год не пью вообще, говорится. Мне сейчас по барабану. Получается, что Пенза – самый непьющий город на Земле? К сожалению, есть повод усомниться в этом факте. По данным Пензастата, с января по октябрь 2015 года в нашем регионе было продано 1 миллион 18 тысяч 950 декалитров алкогольной продукции. Кто-то же ее купил? А это значит, есть люди, которые интересуются качеством того, что попадает к ним на стол. Вот сколько литературы везде пишут, как... Значит, поэтому много способов, только надо просто быть внимательным, больше ничего. Знать и быть внимательным. Ну, акцизный марк, там это вот должна быть. И как-то донышко надо повернуть, и вот если от ленты, вот он же идет по конвейеру, да, это резиновому такому. И вот нужно провернуть, если след остается, то это вроде это вот. Нормальный. Я слышала, но, честно говоря, уже не помню. Говорили, предупреждали нас, покупателей, то, что как отличить подделку от нормальных продуктов, но, честно говоря, не помню. Марка акцизная, наверное, сначала надо посмотреть, есть она или нет. Наверное, это самое главное. Я не буду ее покупать где-то, я ее куплю в магазине, нормально в этом самом. Думаю, что они должны отвечать за свою продукцию.
Получается, что большинство опрошенных обращают внимание на наличие акцизной марки, другие – на саму бутылку. А некоторые считают, что главный способ не нарваться на опасный контрафакт – покупать алкоголь только в проверенном магазине. А реально ли, ну, правда, как-то вот без помощи там специализированной аппаратуры, как-то вот на глазок определить, легальный алкоголь или нет? Ну, вообще должна признаться, что сейчас очень сложно вот обычному покупателю на глазок как-то определить подлинность акцизной марки. Но, конечно, будьте бдительны. Как, например, должен действовать покупатель, придя в магазин, чтобы выбрать продукцию? Давайте я тогда возьму вот этот образец. Она уже наша. Она... Вы зачем ее берете? Я вам верну. Но для того, чтобы как-то вот зрительно показать, на что покупателю стоит обратить внимание. Ну, во-первых, конечно, все должно быть ровно наклеено. Это первое. Второе. Есть такие признаки, допустим, которые можно увидеть без специальных средств дорогостоящего оборудования. Покупателю следует обратить внимание, но в первую очередь, вот на металлизированную нить, которая проходит посередине марки. Мошенники пока еще не научились ее подделывать. Вот. И вот эти полосы розовые, которые нанесены на нее, они в подделках чаще всего гораздо более яркого цвета. Но вот на это, я считаю, стоит обратить внимание. И следующий признак – это голограмма. Чаще всего у поддельной продукции голограмма не обладает радужным свечением, и мы здесь не можем увидеть герб Российской Федерации, аббревиатуру РФ. Стою, слушаю вас. Столько тонкостей. До того мы ситуацию довели, что впору уже выпускать памятки, да? Памятки, как отличить легальный алкоголь от фальсификата. Вот до чего мы дожили. По поводу возможности отличить, соответственно, легальный или нелегальный. На самом деле это действительно очень сложно сделать, ну, без каких специализированных средств. Вот. Что могу сказать вот, с точки зрения там, продавца, там, розничного продавца алкоголя. В этой ситуации, наверное, имеет смысл пользоваться легальными, ну, проверенными способами покупки алкоголя в тех, соответственно, торговых точках, которые вы знаете, которые работают не один год и которые, соответственно, ну, работают в легальном поле. Если вы, ну, если, соответственно, какой-то покупатель, в принципе, идет на то, чтобы он купит что-то подешевле, поинтереснее, но с рук и так далее, понятно, что в этой ситуации риски многократно увеличиваются. И, ну, к сожалению, вот произошла ситуация, когда однозначно... Мы же гамма, мы же любим все это, а? Но рискануть, сэкономить, мы же гамма. Ну, я могу сказать, что на самом деле не совсем согласен с тем, что мы, наверное, гамма, да, потому что то, что потребление продуктов, алкогольной продукции, которая там из категории не водки выросла, на самом деле, доля потребления этого продукта выросла, и отравление произошло именно по тем продуктам, которые не простые, это не водка за 185 даже рублей, самые дешевые, да, это такие дорогие вещи, да, то есть люди стараются, соответственно, что-то попробовать, ну, у кого-то, наверное, возможность такая пилась. Но, к сожалению, вот какие-то вещи, которые ограничивают там, человека с точки зрения там, вот, там, возможности рисков и так далее, вот, приводит к тому, что он идет вот на этот риск и, соответственно, с этим сталкивается. Поэтому главное, наверное, то, чтобы все-таки это покупать у, ну, скажем так, продавцов, которые не один год на рынке. И, наверное, это максимальная там, защита от того, что может произойти. То есть вот нужно вычеркнуть вот знаменитую фразу из кинофильма «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» вообще из головы прям напрочь. Ну, наверное, при покупке алкоголя вот здесь, да, то есть не совсем она срабатывает, эта фраза. Вот, да. Я скажу самые простые способы, с какими мы сталкиваемся, как отличить вот непосредственно алкоголь поддельный от настоящего. Значит, вот в частности, когда мы задерживали то, что в сюжете показывалось, работников вот этого цеха подпольного. То есть первое, на что мы обратили внимание, это наполняемость бутылок. То есть если линия заводская, там отлажено до буквально там миллиграмма. То есть наполняемость бутылок в легальных линиях примерно одинаковая должна быть. Здесь наполняемость бутылок была немного разная. То есть если их в ряд поставить, было четко видно, что количество налитого там разное.
Значит, второе, это прокручивается пробка. То есть пробка не плотно укупорена, и есть, ну, возможность, так сказать, если только бутылку взять в руки. Как виски, элитные виски, нет, и мы говорим про водку. Ну, что он думает в этот момент вообще? Вот про элитные виски поговорим. Уже все слышали и сказали, что по 300 рублей не бывает элитного виски. Это человек, который приобрел, вот в частности, в Самаре, это, ну, я так считаю, все-таки это единичный случай. То есть в торговую сеть, в крупную, там, где продается элитный алкоголь, но это продавцы проносят, то есть никакой руководитель на это никогда в жизни не пойдет. И никогда он не будет связываться с этим суррогатом и выставлять его в своей торговой точке. Это однозначно проносят продавцы. И по одной-две бутылки реализуют вот эту ерунду. Потому что любой нормальный здравомыслящий человек осознает, что за 300 рублей он покупает эту же водку, только разбавленную, там, с небольшим красителем, там, может быть, чаем или чем ее подкрасили, а алкоголь тот же самый абсолютно, то есть он ничем не отличается от светлой бутылки. Бутылку он покупает за 300 рублей, а не содержимое. Вот, поэтому договорим об отличительных чертах. Вот, значит, про акцизную марку. Действительно, определить без прибора, значит, качественно или некачественно сложно, но прочитать элементарно то, что на ней написано, может, ну, любой из нас. То есть на акцизной марке должна быть написана именно та позиция, которая на этикетке. Вот когда мы изымали, например, бутылки с царской охотой, то есть водка была царская охота, так на акцизной марке там беленькая была, например, написана. Или это элементарная вещь, то есть посмотреть хотя бы на это. Или, например, та же царская охота платинум на этикетке, а там, например, золотая была написана. То есть вот это элементарное несовпадение, оно видно, в общем-то, невооруженным глазом. То есть вот это самое простое, ну и бумага. Естественно, никаких там голограмм, никаких этих не было на ксероксе изготовлены. Обычный, в общем-то, вид акцизной марки, да, но по сути это обычная бумага. Ну, это самый простой способ определения. Ну, до Нового года. Чуть-чуть, вот он уже. На носу фактически. Значит, у нас будут непременные атрибуты Нового года, да? Елка, Дед Мороз, праздничный стол, все мы поднимем фужеры, подкуранты, загадаем желание. И вот стоит в очередной раз задуматься, а что у нас будет разлито по фужерам, рюмкам, стопкам. И не дай бог, чтобы мы вот опять-таки повелись на «ах, рискну», «ах, подешевле». Чтобы, не дай бог, празднование Нового года оказалось последним. До скорой встречи в первой студии.